Привет, мой дорогой друг. Это все так же я, Антон Бустер, и ты, наверное, меня потерял. Сорян, на то были причины. Год был очень насыщенный. Было очень много проектов различных. Пришлось побегать по площадкам, поездить по городам. Звук, опять же, был мой на стадионах, в рекламе, на телеке. Озвучил несколько фильмов. В общем, есть что рассказать, и обязательно я этим буду делиться у себя на канале, рассказывать, показывать внутрянку, и если ты не подпишешься, ты пропустишь очень много. Сейчас не об этом. Я хочу рассказать про новости и вообще, что вас ждет. Хочу сказать, что обучающее направление будет развиваться, будет своя платформа, где будут различные курсы по звуку, по геймдеву, написанию музыки и многое другое. Что касается геймдев-индустрии, планируется несколько курсов обучающих. Один будет бесплатным, он будет на канале по созданию своей первой игры на Unreal Engine. Второй курс — это будет полноформатное обучение, где каждый желающий, кто захочет создать свою, опять же, первую игру какую-то, серьезную, да, и в ней он сможет создать интересный, крутой шутер. Третье направление — это коммерческая музыка. Очень часто меня спрашивают ребята, кто уже на обучении, кто приходит ко мне, обучаю ли я написанию музыки. Музыки пишется очень, на самом деле, много, и мне очень жалко, что терабайтники вот такие вот уже стоят и пылятся, да, с различной музыкой, которую я не успеваю даже загрузить, не говоря уже о своих каких-то проектах музыкальных, вот, но я планирую взять себя в руки в этом году, и курс, который начал, был в прошлом как раз-таки, будет доделываться и выйдет в свет написание коммерческой музыки, именно под различные видео. Да, это будет все, скорее всего, наверное, в спид-формате, то есть не будет растягиваться там на год обучения, то есть это будет сжатая информация, которую я могу дать, поделиться, да, какие-то лайфхаки, секреты, которые я использую при написании музыки, да, и будут затронуты разные стили, конечно же. И самое главное, на мой взгляд, это то, что я расскажу о подходе вообще, в целом, как, с чего начать, да, как, на что обращать внимание при работе с тем или иным проектом. Я надеюсь, тут вы меня поддержите лайком, подпиской, чтобы я действительно его доделал. Также, ребят, я очень хочу поделиться и показать вам свою студию. Очень много здесь было сделано, очень много чего там приобретено, аппарата какого-то, да, и обо всем этом хотелось бы, конечно, тоже вам рассказать, поделиться, вот. Поэтому, ребята, если вы смотрите это видео и вам интересен мир звука, саунд-дизайна, музыки, обязательно подпишись на меня, и я обещаю, в этом году я вас не подведу, и ролики будут выходить стабильно, по 2 ролика минимум в месяц. Будем разбираться с вами вообще во всей индустрии, двигаться вместе. А тем, кому уже интересно, обязательно подписывайтесь на социалки ниже под видео. У меня есть свой телеграм-канал, где я рассказываю про интересные вещи. Есть группа ВКонтакте и мой инстаграм. Там каждый найдет для себя что-то интересное. И пока это все, что я хотел бы рассказать. Если у вас какие-то есть вопросы, пожелания, обязательно пишите мне, не стесняйтесь. Я всегда на связи, открыт и всегда ваш, Антон Бустер. До скорых встреч!